Да, это я. Короче, не хочет он подписывать. Что делать? Сколько у вас? Это двое. Руки за спину. Ветров там? Это там. Что вы от него хотите? Квартиру на Цыганова переписать. Он ему должен. Батю Ветрова вызвать? А ты чего, обалдел? Мы это от самого Ветрова узнали, когда его сюда затащили. Ясно, я это проверю. Валера. Угу. Берите Цыганова. Это он заказал похищение Ветрова. И наряд пришли к ангару на всякий случай. Все, давай.